Привет, ребятки. Как вам отдыхается? Я вот в гамачке лежу, привязал к пальме гамак, отдыхаю. Вот тут позади меня обрыв прям. И там же такие красоты. Эх. Хорошо, хорошо отдыхать, когда не нужно работать. Люди уже фотографируют меня. Я здесь на обрыве, короче, подвесился. И люди все проходят мимо, и кто пальцем показывает, смотрите, смотрите. Кто фотографирует. Здесь приплывали морские тюлени. Только что смотрели на тюленчиков. Ребят, вот такие дела. Что? Все, спускаюсь. Сейчас видео запишу и все. 2 минуты. Смотрите, там Даша фотосет делает. Думал запилить стримчик какой-нибудь. Но что-то так лень отвечать на ваши вопросы. Ну, в смысле лень? Сейчас бы начали задавать вопросы, как переехать в Америку, там, то, сё. А у меня сегодня день отдыха. Ну, точнее, уже месяц отдыха. Красота, красота. Только что покушали в ресторане какого-то салатику. Такой плотненький салатик был, без мяса. И приехали сейчас на океанчик побалдеть. Америка. Красота, да. Вот что нужно делать. Нужно не работать много и зарабатывать много, а нужно работать мало, зарабатывать можно мало, но если по ресторанам не ходить и вот так вот жить, тусоваться в расслабончик. Уже прилив начинается. Уже прям волны бьют под обрыв мой. Ах, ребят, ребят. В общем, пойду я спущусь вниз. Наверное, помочу ножки. Помочу ножки, да назад заберусь сюда. И буду спать. Посплю часов до 7 вечера. Встречу закат. Да и поеду домой. Всем пока, ребят. Просто хотел с вами поделиться красотой. А то все видосы про работу, да про работу. Счастливенько.